Спробуй заячий помет. Он ядреный, он проймет. И куды целебнее меду, хаш по вкусу, и не мед. Он на вкус хаша и крут, не съеба бывает, мрут. Но какие выживают, те до старости живут. Если наш человек не ест и не пьет, значит, уже не лезет. Уже наелся и напился. Или голодает. Сейчас все голодают, даже худые. И диеты появились самые разные. Вот есть постепенная диета. Первый месяц жрешь, как обычно. То есть каждый раз ешь, как последний. Следующий месяц только доедаешь. За женой, за детьми, за тещей, за собакой. Ну, короче, кто оставит, затем и доедает. Потом начинаешь питаться в прыжке. Запрыгнешь через форточку к соседям. Что где нашел, твое. За щеку сложил, как хомячок. И домой. Тут главное не перебрать. За щеку. А то один раз увлекся, накидал. Потом не смог оторвать лицо от пола. При такой диете можно скинуть килограмм 10. Если соседи раньше не скинут с балкона. Есть китайская диета. Мухи, кузнечики, тараканы. Все, что поймал, твое. Очень хороша моль. В собственном соку. Она же пока по шкафам шубы жрет, такие себе жиры нагуливает. По квартире иногда просто бройлеры летают. Если ничего не поймал, переходи на подножный корм. И не слушайте никаких врачей. Они утверждают, что китайский карандаш от тараканов для человека яд. Да на второй неделе диеты китайский карандаш от тараканов с кусочком обойного клея. И крылышком комара. Да с этим блюдом не сравнится никакой гусь с яблоками. А что может быть прекраснее, чем в обед полизать доску для разделки мяса? Там такие вкусные занозы. Очень хороша воронежская система. Мой сосед по ней уже год худеет. Питается одними клизмами. Настой из камыша по 2 литра 17 раз в день. Можно теплый. Вы не поверите, на 10-й день на эту самую даже давить не надо. Организм оттуда сам все высасывает. Хорошо помогают народные целители. Как сейчас помню, 4-5-5-8-9-6-3. Якутский шаман Лев Абрамович. У него в объявлении, знаете, что написано? Вывод из обжорства. 100% отворот от вторых блюд.
Блокировка рта круглосуточная. И недорого, $700 за 2 дня. У него лечился брат жены, так этот брат потом 2 месяца ничего не ел. Только пил. Лечение на него так сильно повлияло, что он теперь каждый день ходит к этому шаману и пытается дать ему в бубен. Многие не могут голодать, когда в холодильнике лежат продукты. В таких случаях надо приглашать девушек по вызову. Сейчас в каждой газете есть такое объявление. 5-6-6-9-4-30. Кристина, быстро. Я позвонил, Кристина приехала. Только вошла, спрашивает, что вас больше всего возбуждает? Я говорю, больше всего меня возбуждает еда в холодильнике. Как это Кристина начала жрать? Через 17 секунд в холодильнике даже льда не осталось. Очень хорошо работает Надя. 902-7788. Ночная бабочка. Бабочка, бабочка, жрет, как самая настоящая саранча. Есть отличная диета, называется российская. Приходишь на рынок и начинаешь спрашивать, что сколько стоит. После этого не то, что кусок крошка в горло не лезет. Организм такой дорогой есть, просто стесняется. Ну и самая главная диета, вот самая такая самая. Вот внимательно послушайте. Стакан воды за 3 дня до еды. Тут по сцене уже 5 минут муха летает. Я пошел ловить, это моя добыча. Спасибо.